Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы работаем в режиме видеоконференц-связи, и с нами на прямой линии Ирина Васильевна Бережная, заведующая юго-западным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. Хотелось бы, безусловно, конечно, поговорить сегодня о работе скорой помощи, потому что на вас сейчас возложена огромная нагрузка. Как справляются сотрудники? Сколько сегодня дежурит экипажей? Вы абсолютно правильно сказали, что сейчас действительно большая нагрузка на сотрудников скорой медицинской помощи, потому что помимо экстренных и неотложных вызовов, которые обслуживают бригады, мы еще обслуживаем вызовы с поводами коронавирусной инфекции. То есть кто был в контакте, кто имеет положительный результат, мы также выезжаем. В настоящее время в Одинцово работает 16 бригад, как в день, так и в ночь. По округу работают 27 бригад. Из них 7 мы делаем эпидбригад. Те бригады, которые выезжают как раз к данным пациентам. Ну, работа, конечно, напряженная, сложная. И хотелось бы, вот, пользуясь вот таким моментом, обратиться к населению с такой просьбой, что когда они делают вызов, то диспетчер обязательно должен уточнить, был ли контакт с коронавирусной инфекцией, может быть, человек приехал из-за границы. То есть вот даже вот такой повод, как температура, как дышит человек, то есть нет ли там одышки, не задыхается ли он. Поэтому хотелось бы, чтобы было какое-то снисхождение и лояльность от населения, когда им будут задавать такие дополнительные вопросы, чтобы они понимали, это нужно для того, чтобы прислать определенную бригаду, или же этот вызов будет передаваться на неотложную помощь, или этот вызов будет присылаться эпид-бригады, или же будет присылаться другая бригада. Но люди, конечно, стараются, работают в очень таком напряженном режиме, но все стараются. Хотелось бы также сказать всем жителям Одинцова и пригорода то, что все-таки вот самоизоляция – это самый первый шаг для того, чтобы, как говорится, быть здоровым. Насколько за последнее время увеличилось количество обращений, увеличилось количество звонков? Ну, количество звонков увеличилось где-то в среднем на 60-70. Но многие люди звонят не с целью вызова бригады, а с целью консультации. То есть вот как, например, провести дезинфекцию, что можно попринимать. То есть вот это даже не вызов бригады скорой, это консультативная помощь. А те вызова, которые вот сейчас поступают, я говорю, вот они делится, как и делились, это 388 приказ на экстренный, неотложный, и плюс еще идет повод коронавирусной инфекции. Это вот дополнение в связи с пандемией. Насколько мобильно кареты скорой медицинской помощи приезжают на вызов к пациенту, именно тем пациентам, которым экстренно нужна срочная медицинская помощь? Ну, все экстренные вызова мы стараемся обслужить без задержки. То есть в течение 20 минут. Что относится к экстренным? Это те вызовы, которые представляют угрозу для жизни. Туда входят и ДТП, и падение с высоты, ножевые ранения, огнестрельное, отравление. То есть вот эти вызова, которые действительно угрожают для жизни пациента, бригада выезжает незамедлительно. Неотложные вызовы, они поэтому называются неотложные, то есть они не представляют угрозы для жизни, обслуживаются в течение 2 часов. Но учитывая то, что у бригад бывают длительные госпитализации пациентов, особенно вот с пневмониями сейчас большое количество госпитализаций, поэтому может быть изменение вот этого временного фактора. Но всегда старший врач, он созванивается, уточняет, спрашивает у пациента и объясняет, что вы не переживайте, бригада приедет к вам. Ваш, как говорится, вызов не останется незамеченным, и вам окажут необходимую медицинскую помощь. Ирина Васильевна, также в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники, персонал скорой медицинской помощи не укомплектованы масками, перчатками. Вот на самом деле, давайте развенчаем сегодня все мифы. Скажите, действительно ли это так? Если так, нужна ли вам помощь?
Это, конечно, не так. Вы правильно абсолютно сказали, правильный термин. Это действительно миф, потому что ежедневно мы даем сводку, мы относимся к Московской областной станции, и мы ежедневно даем сводку о наличии перчаток, бахил, масок, костюмов. И у нас ежедневно идет пополнение. Вот вчера нам выдали костюмы, сегодня нам еще выдали 100 костюмов. И я правильно же понимаю, что костюмы одевают врачи и фельдшеры только в тот момент, если они действительно едут к больному коронавирусом. Да, коронавирусом. Да, на коронавирус, положительным коронавирусом. А так, на любой вызов, это обязательно одевается маска, перчатки, потому что сейчас еще соблюдается масочный режим. Значит, костюмы в наличии есть, перчатки в наличии есть, и маски, и бахилы. Все есть в наличии. Плюс еще есть в наличии дез-средства, которые обрабатываются, как машина обязательно проходит обработку, и сами сотрудники. Вот. Средства индивидуальной защиты, они тоже есть в наличии. Это просто миф. И я считаю, что не обоснованно. Ирина Васильевна, сколько вот сегодня находится в округе бригад, сколько работают вот прямо сейчас? Ну, прямо сейчас, значит, работают. Ну, и вчера также 16 бригад будет в день, и 16 бригад планируется в ночь. Значит, реанимация одна, она также работает. И вчера работала ночь, сегодня в ночь придет реанимационная бригада. Из этих вот 16 бригад еще у нас Звенигород, Никольская, Голицыно, там... Значит, 4, 3 и 3. То есть 27 бригад все вместе получается. И мы вот на Никольской подстанции мы делаем эпид-бригаду. Мы делаем 5 бригад в Одинцово и в Голицыно. Мы тоже делаем эпид-бригаду, которая охватывает и Голицыно, и Краснознаменск. Еще такой момент. Очень много внимания сейчас со стороны именно общественных организаций, волонтерских организаций к сотрудникам скорой медицинской помощи. Я знаю, что неоднократно они к вам приходили и подарки дарили, и поддерживали. Вот расскажите об этом, потому что я думаю, что сегодня им услышать слова благодарности из ваших уст будет очень приятно. Ну, мне действительно хочется поблагодарить, во-первых, администрацию Одинцовского округа, главу администрации Иванова Андрея Робертовича за то внимание и поддержку, которую он оказывает, и все его сотрудники оказывают медикам скорой помощи. Да, действительно, нам подарили и новые кресла для диспетчерской, для диспетчеров, причем они очень удобные, ортопедические подставки, подарили нам холодильник, подарили, значит, микроволновки, чайники, и ежедневно на все наши подстанции привозят питание для медиков. И не только на Одинцово, но еще и в Звенигород, Никольское, Голицыно, то есть ежедневно наших сотрудников администрации и вот те фирмы, которые в этом также участвуют, это кормят наших сотрудников. И хотелось бы еще поблагодарить, потому что вот любое обращение, когда мы с какой-то просьбой обращаемся, все очень быстро решается, очень оперативно. За это тоже большое спасибо. Но каждый из нас сегодня понимает, что, безусловно, медики на передовой и подвергая риску своей собственной жизни, жизни своих близких, они спасают жизни других людей. И, конечно же, хочется, чтобы наши жители помнили об этом. И, наверное, то, чем они могут максимально помочь, это сегодня остаться дома. Абсолютно правильно. Ну, как можно больше будьте дома. Меньше выходите на улицу, берегите себя и своих близких. Всем здоровья. Спасибо еще раз. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома и смотрите телеканал Одинцово. Берегите себя.